Ебать. Ебать рот. Чиби. Сник. Я тёлку твою ебал, поставь нормально. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдди, Сан, Джека и Игорь. И добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Не смейся! Челлендж Майнкрафт». И да, ребята, всем привет! И эта серия выходит только благодаря вам, потому что вы поставили много лайков. Да, ребята, всем привет! Надеюсь, что в этот раз вы тоже поддержите вот эту серию лайками. И чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Так что, если вы хотите новую серию, ставьте большой палец вверх и приятного вам просмотра. Чур не первый, чур не второй, я вообще, я не третий, я вообще не играю, я просто смотрю, давайте. Я второй, так что. Так, стоп, я сказал, я чур не первый, а вы там уже сами определяете. Я сказал, я чур не первый, чур не второй. Так если ты... Пошел в жопу, давай, иди. Давай, иди показывай. Давай, Игорь, иди показывай. Ты провинился, ты иди давай показывай. Давай, Игорь, ты не отвертишься, а ну выходи отсюда, иди показывай. Иди показывай. Пошли, Игорь, в жопу! Игорь, иди показывай! Отстань! Иди показывай! Так, подожди. Давай, ты пэш его, давай. Так, все, ты вот тут. Это твое место здесь, Игорь. Ну ладно, пацаны, я первый пошел. Так, пацаны. Игорь, так нечестно, понимаешь? Всем привет, с вами Игорь Синяк. Я сейчас вам расскажу о 10 лайфхаках для жирных. Если вы, короче, жирные, ну если вы уже совсем вот жирные, вот как прям как я, или как ты, вот, то тут уже, в принципе, ничего не поделаешь. Вот, можете красить губки и быть как я, как Игорь Синяк. Всем привет, антихайп. Антихайп тут при чём, а? Антихайп! Ну ладно, я не знаю, я не нашёл про скин Игоря. Ой. Ходор! Гриффиндор какой-то или что, не могу понять? Это точно Ходор. Кто? Это Ходор. Это не Ходор. Ты не должен говорить кто, ты должен говорить Ходор, только Ходор. Ты не должен смеяться, должен говорить Ходор просто. Только Ходор. Ходор. Вот, теперь до конца серии ты будешь говорить только Ходор. А что это за скин, Игорь? Ходор. Ходор. Хорошо. Так, Игорь, ты понял? Ты вообще ничего не должен говорить больше. Вообще, только Ходор. Только Ходор. Только Ходор. Ходор. Хорошо, Игорь. Как ходор, дела? Ходор. Ты дебил? Ходор. Отлично. Ходор. Давай, Эдисон. Эдисон. Ходор. Что это? Ходор! Чё? Что ты? Чё ты пи***нул? Чё ты пи***нул? Чё ты? А ты чё пи***нул? Кто меня морковкой назвал? Где ты меня морковкой назвал? А кто ты? Ходор. Это ты. Петух обрянный, а не Ходор, понимаешь? Петух, петушара. Кто ты? Ходор. Все ясно, короче, все ясно. Я пошел. Ребята, сейчас будет песенка, небольшая, но песенка, понимаете? Хорошо. Сокровищ полно, но помни одно. Не трогай свечку. Понял, не трогай свечку, понял? Отдай свечу! Не трогай мою свечу, сука! Не трогай ее! Ходор! Не трогай свечку! Моя свечка! Это моя свечка! Не трогай ее! Не трогай мать! Отдай свечку! Отдай свечку! Я кобальт! Кобальт свечка! Это кобальт! Свечку не трогай! Иди отсюда! Давай, иди отсюда! Так. Сейчас. Мне кажется, Эдисон язык проглотил. Или свечку. Ходор. Хочешь свечку?
Так уходи, уходи отсюда. Письки, письки, письки! Ваши письки! Это я? Это типа, а почему я такое выражение лица? А типа, да, писька, да. Озвучила меня Жека. Да, моя писька, она сзади меня. Иди сюда, бежал. Эйзан, Эйзан. Зерк урода, честное слово. Кунфеста, блядь. Что происходит? Ой, баба дорогая. Свечку не трогай. Можно поменьше мата? У нас вообще-то детский паблик. Ты только что на хуй танцевал, какой поменьше мат? Это не я, Жека. Ну, Жека, ничего подобного. Пардон. Меня подставили. Меня подставили. Я от фейса ушел. Это бурья с факами. Я от фейса ушел. Я от Марианы Ро ушел. От Макдака ушел. От KFC ушел. Бургер Кинга ушел. Фарша ушел, Карлс Джуниор ушел, мясная лавка ушел. Суши там записаны? Суши Бургер ушел. И пришел к тебе именно из-за меня! Тебя, жалкий пи***. Будет пи***ка геморрой! От фейса зато ушел. Это про тебя, Игорь. Это про тебя, у тебя геморрой будет из-за меня, поймаешь? А я к тебе... Куда? Ребят, сейчас будет очень локальный мем, очень локальная сценочка. Всем привет! Знаете, как меня зовут? Видите, у меня написано А. Я Андрей. Антон? Я Андрей. Привет! Привет, у меня в детстве отрезали яйца, теперь я разговариваю вот таким образом. У кого есть знакомый друг Андрей, ставьте лайк, особенно если так разговариваю. У меня проблема, вот, меня отрезали яйца. Вот. И теперь я Андрей. О, привет. А раньше кем был? А то это не Андрей был, да? А раньше я был не Андрей. А теперь я Андрей. Вот, все, я закончил. Странный какой-то Андрей, честное слово. Так, уходите, я готовлюсь к следующей. Андрюха, братан, Андрюха. Андрюха. Так, Не бей. Я еще Шаолинский. Я Шаолинский монах, понимаешь? Полетели, что. Ты дебил! Выруби это! Господи, помилуй, ты нужно что-то показывать. Я Эдисон, потом не говорите, что я не показывал письмо. А ну подергай ещё. Ворот! Чиби! Сник! Я тёлку твою ебал, поставь нормально! Знаешь, так просто... Сделай снова стенку. Такой, из меня скин. Всё, выбирай стенку. Ты чё, не узнал меня? Это же я, Лёха Прусинкин. Давай, ещё раз. Праздник нам приходит, праздник. Держите день. Рудольф, повернись, Рудольф, так вдруг... Нас спалили, походу. Давай, уйдём отсюда. А ещё один!
Подожди, я не приготовился, подожди. Чё, блядь? Губа напухла. Мне кажется, это рассмешит. Попробуем по ноль чисто. Так, ребята, тут надо лайк. Новая механика, не сей сетели. Реально весь запад заронял, мне кажется. Хватит, я больше не могу. Марти! Марти! И как каждый скин становится просто на 100% свежее. Ладно. Кажется, надо серию заканчивать. Да, мне кажется, надо каждую серию делать. Просто 10 рандомных скинов и просто стенку, знаете, удалять и добавлять. Ой, ну что, ты давай что-нибудь скажите уже, пожалуйста, а то я не могу. Ставьте лайки! Ставьте много лайков! Федор! Федор! Да, ребята, ставьте большущие пальцы вверх, и тогда новая серия 70 челленджа выйдет как можно быстрее. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и все, всем пока. Лайков много, колокольчиков много, подписок и много выборов вам будет. Пока.